благодарности. Ну, прямо в режим комментирования можно перейти. Вы рисуете что-то, сердечко, цветочек, не знаю, но что-то приятное. И подписываете, для кого этот цветочек, сердечко. То есть вы разразите, пожалуйста, благодарность сейчас одному человеку сегодня, которому вот вы работали очень много в группах, в парах, вы, в принципе, как-то уже знаете других людей, которые сегодня были. Вот кому вы хотите сказать спасибо, кому вы хотите выразить свою благодарность. Можно рисовать? А это на...